Ух, их тут три штуки. А, нет, то сойка. Сойка очень разумная птица в том плане, что она следит за белками, куда они прячут орешки, и потом достает. Вот, наблюдает, смотрит с веточки, сидит. Пришла за гостинцами. Ох. И шумные такие на самом деле. Кого снимать, ребята? Я же за вами не угонюсь. А сойка вон разрывает яму. Видите? И вон вторая сойка. В общем, тут содружество. Я им тут насыпала побольше. И они носятся, как угорелые. Где-то вторая бегает. Я тут наклонилась за грибочками. А у них тут... Больше предпочитает грецкий орех, чем лещину. Тоже лещину крутит, но как бы бросает. О. Ой, зверье мое. Надо им еще дать. Пока тут они дружненько. Так. Ага, пришла. А та сидит. Картинно так сидит. Так, я за ними не успеваю. Да, грецкий орех берет, а лещину не берет. Ну, в конце концов, я же хотела показать грибы. Не очень крупные. Ну, вот такие вот. С большим увеличением. А тут продолжается гульня. Сойки рядом. Просто я тут стою, они немножко себя потише. Дочь моя идет. Ох, как шумно тут у вас, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гоняют друг друга, дерутся. Ну вот как-то так.